творческие люди же очень часто еще говорят о том, что ждут, когда придет муза, да, вот что это такая работа. Да. Для вас это все-таки что? К вам легко это приходит? Или... Да, это любовь к жизни, любовь к каждому дню, каждому человеку, когда ты видишь его через себя. А так я, в принципе, думаю, что каждый человек творческий, просто все творчество. А к вам вот часто приходит это вдохновение, то есть каждый день или вот... Очень часто, но вот уже 3-4 дня не приходило, надо сегодня, что пришло. А когда приходит, это за 5 минут. Да, ну это даже может что-то вот туда. Изнутри. Я думаю, что будет. Да. Все-таки вы себя больше поэтессой ощущаете или вот художником? Ой, даже не знаю, человеком, наверное. Да. Ну, конечно, поэтессой или художницей быть супер, но я не знаю, если я заслуживаю. Да. Ну, как вы сами считаете, внутри, больше все-таки на что вас? Нет, лучше всего мне стихи писать. Номер один – это когда стихи я пишу, я такое чувствую счастье, что это ни с чем не сравнится. То есть это все-таки такие разные состояния. Да, да. И рисование это время, это больше отдых. А стихи они вот приходят, я просто на бумагу кладу, мне такое ощущение, как будто бы это не я пишу. Окончим пир, пора, друзья, прощаться. Я не желаю этого, и что ж теперь? С тобой не в силах я никак расстаться. Ты в бесконечность приоткрыла мне дверь. Окончен пир, танцуют гости. Душа так жаждет, жаждет танцевать, но лишь болят под плотью кости. Скажи мне, друг, кто запретил скучать? Скажи, зачем ты мне ночами снишься? Зачем так радость, говоря, молчать? О, время, ты куда так яро мчишься? Тебя никто не в силах удержать. Уснули все, с душой твоей болтаю. Она одна из самых сильных на земле. Ты сам себя не знаешь, я-то знаю. Но разве от того чуть проще мне? Стремлюсь убить коварные желания, чтоб душу от безумия сохранить. Мой друг, ты победил мое сознание. Мой друг, я научусь сквозь боль любить. Скажи, зачем ночами снишься? Зачем так радость, говоря, молчать? О, время, ты куда так яро учишься? Тебя никто не в силах удержать. Скажи, зачем ты мне ночами чем так в радость, говоря, молчать? О,
Яра мчишься, тебя никто не в силах удержать.